Всем привет, мои любимые зрители. Давно я хотел сделать данный видос про Dota 2 Lounge, но никак не дотягивались руки. А теперь не просто руки дотянулись, но и ноги тоже протянул. Ну что ж, давайте я вам покажу, как можно делать обмен и делать ставки на сайте Dota 2 Lounge. Начнем с того, что это очень популярный сайт. В принципе, он уже считается полуофициальным, потому что Valve довольно близко с ними взаимодействуют. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы меня поняли. Переходим на данный сайт. Ссылка на этот сайт будет в описании этого видео на YouTube. Потом мы зашли на сайт. Нажимаем «Зайти через Steam». Опа. Далее. Вам здесь нужно будет или ввести свой логин, пароль, или если вы уже входили ранее, просто нажимаем «Да, войти». То есть сейчас мы находимся на сайте Steam Community. То есть это официальный сайт Valve. Steam. Поэтому здесь все безопасно. Я вам отвечаю. Все, мы зашли на сайт через Steam. Первое дело сделано. Теперь самое главное, нам нужно настроить правильно профиль. Иначе мы ничего вообще не сделаем в этой жизни. Переходим в профиль. Вот мы видим описание нашего профиля, репутация 1000, 1500 у меня и так далее. Мы видим, что здесь две ссылки. У вас, скорее всего, будет написано add.url. Здесь add.url и здесь add.url. Это нормально, потому что вы первый раз настраиваете. Теперь мы переходим в Steam. Вы видите, я очень быстро перешел в Steam моментально. Далее, наводим на ваш никнейм, инвентарь открываем. Открываем инвентарь, потом нажимаем предложение обмена. Опа, что-то я спалился, ну ладно. Потом правее мы видим, кто может отправлять мне предложение об обмене. Нажимаем сюда. И вот, самое главное, смотрите, в чем у меня была до этого давно проблема, и возможно она будет у вас. Если у вас здесь сейчас стоит восклицательный знак красный, да? Вот здесь вот прям, и вот здесь вот. Значит, у вас включена приватность. Для этого что мы делаем? Мы поднимаемся повыше и заходим. Редактировать настройки профиля. У вас здесь будет написано «Для друзей». Это неправильно. Должно быть написано «Открытый». Нажимаем «Редактировать настройки». И свой алмазный глаз направляем вот сюда вот. «Инвентарь» и ставим «Открытый инвентарь». Вот многие спотыкаются об этот костыль. Поставили, сохранили. Теперь у нас все хорошо, знаки исчезли. Мы сюда пришли за данной ссылкой. Можно ее просто скопировать, создать новую, если вам нужно. Все, скопировали. Вы видели, да? Я нажал копировать. Вы видели это, да? Переходим сюда вот. Добавляем ссылку и сюда добавляем. И жмем Add URL. Add URL и потом change жмем. Все, все у нас хорошо. Все, ссылки мы добавили, сохранили. В итоге у вас получится нечто такое похожее. Все, в принципе, мы основу сделали. Теперь смотрите. Я сначала быстренько покажу, что такое ставки. А, сделка. Покажу, что такое сделка, но мы будем делать ставки в первую очередь. Ну, сделка, вот мы переходим на главную страницу. Вот они все сделки. Вы видите, раздел сделок. Они делаются очень легко. То есть мы нажимаем добавить сделку. Перекидываем сюда вот вещи, ждем, пока прогрузится. Давай, братюня. Вы видите, да, знак, что нельзя перед это... Ну, чем нельзя торговать. Вот, выбираем любой итем. Например, Ward Mystical. И говорим, что мы за него хотим, за этот Ward. Например, какую-нибудь другую Mystical. Все, добавить сделку. В итоге сделка будет добавлена. И все, мы всегда сможем перейти и контролировать наши сделки. Также можем ее отменять и добавлять новые. Но нас в первую очередь интересует что? Ставки. Я хочу вас научить, как делать ставки и выигрывать миллиарды, понимаете? Быть мультимиллиардерами. Показал бы я вам сейчас на примере ближайшей игры, да, Альянс против Вега. Но я уже сделал на нее ставочку, мои ставки. Естественно, я сделал ставку на Альянс, чтобы проиграть. Ну, давайте я вам сейчас расскажу. Например, да, здесь, конечно, у нас все печально выглядит. О, так Альянс два раза будет с ними играть.
Хорошо, мы сделаем тогда два раза ставочку. Опять сделаем ставочку на Альянс. Смотрите, в чем прикол. Мы заходим на любую игру. Вот. Время. From Nov. То, что будет в ближайшее время. Через 6 часов будет матч Альянсы против Венга. И название турнира. Dota Pit. Там в честь Питлорда назвали, видимо. Вот турнир, вот. Мы заходим на нужный нам матч. Нажимаем на него. И видим, на Альянс поставили то, что они победят 30%, на выигрыш Вега 70%. Почему на Вега 70%? Возвращаемся обратно и смотрим, где играли у нас Вега. Напоминаю, что From Nov это то, что будет, а Edge то, что уже прошло. Вот ищем Edge, Вега, галочка победила Вега. Хотя на нее ставили всего лишь 34%, она выиграла. То есть люди хорошие предметы получили в итоге. Вега опять победила. То есть практически все игры, где играла Вега, она здесь побеждает, вы видите. Поэтому и тут, видите, много поставили на победу Вега. Но в чем самая главная суть ставок? Это в первую очередь риск, понимаете? Поэтому лучше всего, если вы рисковый человек, ставить на команду, у которой меньше всего процент победы, потому что вам достанется больше приз. Смотрим. За Альянс, да, люди думают 32%, здесь 68%. Если мы поставим на Вега, да, одну вещь, мы получим 0,4 целых новые вещи. В итоге, если мы поставим 2-3 вещи, мы получим одну вещь за выигрыш. То есть, если мы угадаем, что Вега выиграла, мы получим одну вещь всего лишь за это. Но если мы поставим две вещи на Альянс, или если я поставлю. Смотрите, если я поставлю три вещи на Альянс, например, три рарки, я могу выиграть 6 рарок. Если я поставлю. Вот мы видим, да? 2-1, то есть 2 итема и 1 десятая за одну вещь. Поставим две вещи, мы выиграем 4 целых итема, то есть 4 предмета. Понимаете? Само собой, нам гораздо выгоднее ставить на Альянс. Ну, я не буду ставить 3 итема, это потому что Альянс могут проиграть. Мы поставим две вещи на Альянс, чтобы в итоге мы могли выиграть 4. Поставим две рарочки, у нас есть шанс выиграть 4 рарочки, почему бы и нет. Давайте я вам покажу, как делается ставка. Это уже вам решать. Вы можете рисковать, можете не рисковать. Я буду рисковать. Вот, мы зашли в матч, нажимаем, ну это лучший вариант, например, на дубликейты. То есть нам покажут только дубликаты предметов, которые у нас уже есть. Это гораздо удобно, да, мы сразу их ставим и все, избавляемся от дубликата. Альянс, альянс. Я думаю, когда-нибудь альянс должны выиграть. Кстати, да, чтобы выбрать команду, нажимаем на команду, появляется такой квадратик, видите, светится. И выбираем предмет. Выбираем предметик. Нет, тени мы не будем ставить. Ну, давайте я поставлю маску на шейкера. Поставим на Альянс маску на шейкера. Так. Куда вы добавляете предмет и убираете, он появляется, видите, чуть ниже. Хорошо. И еще давайте парочку кинем предметика. Юбка на инвокера, например, и что-нибудь еще. Можно было бы еще рарочку, но у меня уже. А, вот рарочку вижу, вижу никчемную рарку. Вот. Поставим вард на пугну, бесполезная шляпа. И все, смотрите, и делаем ставочку. Нажимаем сделать ставку. Видите, справа написано, что бот это ожидает вашей ставки. Вот, сигнал пошел. Теперь открываем Steam. Мы видим это вверху справа сообщение. Обмен. Ну, обменов предложено. Нажимаем. Опа, что я лицезрею. Смотрим, все правильно? Никнейм бота Обама 69. Сам Обама ко мне добавился. Окей. Все, вот мы видим наше предложение об обмене. Нажимаем ответить на предложение. То есть сначала мы отдаем в любом случае предметы боту. Боту сайта Dota 2 Lounge. Нажимаем подтверждение. Да, это подарок, потому что мы взамен пока ничего не получаем. И принять обмен. Теперь это будет дополнительная проверка, да? Когда вы принимаете обмен, к вам на почту приходит письмо, где вам нужно еще раз подтвердить, что вы согласны сделать обмен. Я думаю, вы там сами справитесь. Почта, на которой зареген у вас Steam аккаунт.
Все. Сейчас я быстренько активирую в почте, чтобы вам не палить, и мы продолжим. Окей, я активировал. Видите, да, внизу справа у нас счетчик исчез. Все, мы сделали ставочку. В итоге сейчас я сделал две ставочки на Альянсу. И если мы выиграем, я стану мультимиллиардером, могу купить себе Порше. Порше, Порше. Все. Я думаю, здесь ничего у вас сложного с этим не будет. Теперь давайте быстренько-быстренько пробежимся по возможным проблемам. Еще раз напомню вам, заходим в инвентарь, потом предложение обмена. Кто может отправлять мне обмен? У вас здесь должно быть написано «Открытый». Если у вас не написано, ставьте «Открытый». Нажимаем «Редактировать настройки приватности». Это первая, самая частая проблема. Потом, бывает такая тема, заходишь на сайт, нажимаешь какую-то там команду, делаешь ставку, нажимаешь «Сделать ставку», там пишет, типа, в данный момент боты отключены, потому что не могут подключиться к сети Steam. Что можно здесь сделать? Ничего, просто ждать. Просто ждать, 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 и потом они будут работать. Все, с этим мы проблему решили. Далее. У вас, допустим, нормально открыть Steam, но все равно бот не может вам отослать предложение. Единственный вариант решения сделать так. Опять заходим в инвентарь, предложение обмена, кто может отправлять мне обмен, видим нашу ссылку. Если у вас не работает, бот не может отослать никак, при том, что открыт у вас профиль, ну, я имею в виду инвентарь открыт, мы нажимаем создать новую ссылку, копируем новую ссылку и опять вставляем сюда, change, нажимаем вставляем сюда, change. Все, еще одна проблема решена. И последнее, что я хотел сказать, смотрите, очень часто, да, нагружаются боты, особенно когда какие-то турниры глобальные, типа International. И бывают такие темы, когда вы сделали ставку на какую-то команду, матч прошел, эта команда, например, выиграла. Вы понимаете, что вы должны за это получить приз, но он не приходит некоторое время. Здесь нужно просто ждать, потому что бот не успевает всем раздавать предметы, просто остается ждать, ждать, ждать. Само собой, если вы проигрываете ставку, да, у вас предметы исчезают. То есть мои ставки. Если, например, здесь выиграет Вега, это скорее всего такое будет. Но я не буду плакать, мне этот вард просто нафиг не усрался. Если Вега проиграет, само собой, мы потеряем эти итемы. Все, пишите в комментариях, какие у вас будут вопросы. Я постоянно читаю комментарии и помогу вам по любому вопросу насчет Dota 2 Launch. И напишите самое главное, используете ли вы эту систему для ставок или нет. Прям после просмотра этого видео, чтобы я почитал и сделал для себя какие-то выводы, статистику. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.